Телеканал КРТ представляє. Наскільки змінилося відношення людей до 9 травня, тобто до Дня перемоги, за ці 6 років? Воно якось відрізняється від 2013, 2016 і 2020 рік? Нам нову історію почали нав'язувати не в 2014 році. Нам нову історію почали нав'язувати одразу з 91-92 року, коли нам почали розказувати про те, що, оказується, Совєтський Союз – це була тюрма народу. Мы вот вышли все из Советского Союза, и мы не знали, что это мы жили в тюрьме. Оказывается, мы жили в тюрьме народов. Ну, там многие вот моменты присутствовали, но постепенно все это делали. То есть были символы, которые вот казались бы незыблемыми, например, Великая Победа. В 91-м году она оказалась незыблемой. В 99-м она оказалась незыблемой. В 2013 году казалось, что вот это незыблемый символ. Мы по интернету гуляют фотографии того же Порошенко, там, Ляшка и прочих деятелей. Георгиевская ленточка, да, без всякой вот этой вот возбужденного ануса, без европейских этих символов. То есть вот георгиевская ленточка присутствовала. Казалось, это вообще нереально перечеркнуть. Казалось? Казалось. А что мы получили в 2017 году? Мы получили от Антона Геращенко, я подчеркиваю имя автора Антона Геращенко, закон о декоммунизации, который предусматривает санкцию до 10 лет лишения свободы, ну, например, за исполнение советского гимна. Вот если мы с вами сейчас вдвоем исполним здесь советский гимн, то нам могут дать до 10 лет. Потому что, во-первых, мы с вами делаем это в группе, во-вторых, с использованием средств массовой информации. У нас два отягчающих обстоятельства по этому поводу есть. Украинский гимн, гимн Украинской Советской Социалистической Республики. Понимаете, гимн, в котором есть слова «Живы Украина, прекрасно и сильно», вот эти слова «Живы Украина, прекрасно и сильно» – это слова запрещенные. Нельзя Украине желать, чтобы она жила, чтобы она была сильной, чтобы она была прекрасной. Нужно говорить о том, что, ну, слава богу, ще не вмерла. А может, ще не вмерла? Блин, жалко. Ну, давай, давай, торопись, потому что белый человек уже, белый господин уже заждался, когда ж ты помрешь. Я боюсь, что цей момент может вырезать, разумеете, добрые люди, и потом застосовывать против вас. Ну, знаете, против меня уже столько вырезают и застосовывают, причем чаще эти добрые люди недавно мне прислали одного русского блогера, который обсмеивал мое выступление там на пресс-конференции в Украинару. Я рассказывал как раз вот об этой 436 статье Уголовного кодекса со значком 1, 436, прим. 1. Рассказывал о санкции. Он говорит, да что ты брешешь? 10 лет за красный флаг. Нет, ну мы знаем, что флаги запрещаются, конечно, красные в Украине, но 10 лет это ты уже обосрался, это ты уже там, это вот так говорит. Ну вот дурачок просто. Вот это как бы, причем, знаете, под этим дурачком сотни тысяч просмотров, 20 тысяч лайков, всего 200 дизлайков, и люди пишут, да, молодец, как ты ему вжарил. Невдомек, что залезь, посмотри. Или вот мне предложили, говорят, еще лучший вариант для этого блогера, возьми красный флаг. Приедь, тихо. Походи, посмотрим, насколько тебя посадят. Ну, может, не дадут тебе десяточку с конфискацией, может, тебе дадут там пятерочку. Ну и все. И вот тогда ты опровергнешь меня, скажешь, вот, Семченко сказал, что десятку дают, а я пошел, походил, и меня посадили всего лишь на пятерку. Давай, доказывай свою правоту. Трись, да? Да, и трешку мне дали. По амнистии выпустили через 2 года за хорошее поведение. Или не выпустили, потому что был, это самое, женой всего это блока на зоне. Дебил. Зрозуміло. Дякую.